Келтуза, ты око тюремщика. У меня все зависло. Тоже зависло. Дисконнект, понятно. Говно, блять. Близзард испугался, что мы сейчас... На киловом куле. А, Фрия, у тебя гуль твоя нормально работала или нет? Я вообще балдею, как они там ползают туда-сюда, эти гули. И мы бы убили, если нас не выбило. Понимаешь? Нас выбило, ну, ох и чё. Пару-тройку пулов укрепим тактику и нормально все. Нереально. Просто чем больше ты сейчас напуливаешь, тем проще будет на лайве. В этом случае. 3, 2, 1. То есть ты понимаешь механики, ты ощущаешь хитбокс. Ты начинаешь понимать, как лучше реализовать свои КДшечки. И моменты начинаешь просто понимать, ощущать. Опа, у меня штука появилась. Урон от смертельной связи увеличен на 80. Блин. Ну, это ужас. То, что питомцы идут за боссом. А, ну, он назад не возвращается, команду ему отдаешь, ему похуй. Ты уже подальше отцепись, сразу начинай играть, чтобы потом, ну, засирать там. А он что-то вообще на меня не хочет идти. Туда буду засирать и туда подальше. Тут... Я ему уже 3 таунта выдал. А ты не слишком быстро, кстати, уведешь? Вы это там не слишком быстро убивайте, а то у нас тут моб. Надо следить просто, кажется, переконтроливать питомца в тот момент, когда у босса 25% кратное хп. То есть 75, 50, 25 надо. Внимательнее просто. А лужа много, так может делать. Я не проверял. Да, на ПТР можно зайти хоть кому абсолютно. Перса копируешь и готово. Вот он смотрит, непонятно. Играешься. Okay. Там прикрепить надо. Я видосик делал на ютубчике, можешь глянуть. Ну вот, типа, связь, и вот я забрал. Делить. И сразу чела этого убивать. Забери его. Чела иди забери. Да вот я таун даю, он опять срывается. Лужа по 4000 в секунду дамажит, понятно. Я даже прыжок не могу в этого моба юзнуть, понимаете? Я не могу питомца переправить. И так далее. Налево он смотрит, побежали направо. Ой. Я умер, походу. Бежали, проюзали и типа кроссовчики. Нет, не умер, хорошо, быстренько. Прибежал, нормально. Короче, можно кставать. А, он без им еще корона, сейчас. У питомца другой хитбокс просто, поэтому он улетает в модель босса. Нет. Сейчас опять будет. В этом проблема. Забери, Игорь, нам два стака эта штука. Глаза летят. Можно юзать локовский портал, но так просто надежнее. Я привык сейвово играть, если это возможно. Томас? Так как бы босс не требователен к ДПСу, поэтому можно и побегать, поюзать цепи. Ну, стоп, лучше. А, левый пристопать в группе. Стоп, у нас везде стоп. Игорь, убивить не получается. Добиваем. Ну, не знаю, Михаил, я бы так не сказал. Я сейчас Warcraft хейчу. Полетит опять. Тотально. Мне не нравится контент, который Вове на текущий момент. Его мало. Я не против Вов играть, долбиться 24/7 в него, но контент нужен. Так, делить. Как бы ласт и мифики убит, ну что еще делать? Делать нечего. Я в Диабло сейчас сижу, поигрываю. Убивайте чела стигийского. Диабло, я понимаю, Диабло темп хороший. Сидишь, фармишь. Смотри, просто питомец стоит в невесомости. Я тоже так хочу. На мне 300 кого-то. Добро этого. Там лучше направо бежу. Только скучно. Не знаю, мне в Диабло весело, у меня нормально.
Сейчас, наверное, опять будет фаза. Ну, тут мигик насхал, конечно. Да он не таунтится, ни хрена. Ну, чекай, чекай, бонусный процент опять сняли. Опять стигийский хер появился. О, там, помянем. Ой. Бегите, чел, бегите. Хорошо быть ДК. Канал взял было. Поступ, нажал. Честно. Я не буду перепризывать Гулю. Да не, на самом деле, да, что-то не душно, я бы сказал. Пабс, ты спаль себе мне. Ури стоит долго в щиток, Гуля, но... Нам стопать все равно придется, если что, так что... Чат. Это уже солить бурсты, да? Я думаю. Да. Я думаю, пофигу. Ну ладно, ладно, перепризову. Так и будет. Да, свечнитесь, похитителя. Дотки обновим, кайлы покидаем, рунки отрегеним. Все равно дэмэдж стопаем. Сейчас смерть пошла, можно уже геру, да? Реально. А, да, да, БЛ, поехали. Добро. Вот она пошла. Делить, беги, чел. Открой, открой, открой. Играем босс. Короче, босс хуйня.